В Ярославском цирке с аншлагом стартовало новое шоу «Индира». Удивительная сказка, пропитанная атмосферой загадочного и неповторимого волшебства под названием «Цирк». А ведь идея зародилась в нашем городе. Получается так, что Индира, наверное, ребенок Ярославля. Потому что здесь мы готовили, действительно не спали ночами, проходили по 3 репетиции в день. Мы с успехом проехали уже много городов и даже поучаствовали еще в гастролях в Белоруссии. И сейчас вернулись сюда к вам спустя 2 года. В целом, это шоу, оно о том, как девочка по имени Индира, главная героиня, это моя сестра Анастасия Дементьева-Корнилова, она видит сон, и в своем сне она попадает вот в удивительный мир цирка. На арене разворачивается очаровательная история, мастерски рассказанная прекрасными титулованными артистами, просвеченная разными красками, спецэффектами и удивительными костюмами, оригинальными танцами, постановщиком которых выступил Мигель, хореограф проекта «Танцы на ТНТ». Животных в шоу на самом деле очень много, более 85 видов. Это не только великолепные слонихи, с которыми работает лауреат множества престижных премий и конкурсов, дрессировщик в 4-м поколении, представитель известнейшей цирковой династии Андрей Дементьев-Корнилов. Слоны выполняют сложнейшие трюки с такой видимой простотой, что аж дух захватывает. Очень понравилось, особенно слоны. Вот, очень интересные, большие, очень много чего умеют. Или лошади, красавцы русские верховые, а халквикинец, который свободно горцует по манежу, сменяет темп, выстраиваясь в разнообразные фигуры. Это классическая свобода лошадей. Целый Ноев ковчег собрали в своем аттракционе «Джунгли» лауреаты международных цирковых премий Александр Валеев и Ольга Корнилова, еще одна представительница старейшей цирковой династии. Мартышки, капуцины, ламы, верблюды, дикобраз, дикие кошки, которые работают на манеже без специальных ограждений. Поэтому зрители смогли в полной мере насладиться великолепием этих очень грациозных животных. Именно в Ярославле свои первые цирковые шаги сделал и 8-месячный ягуар Карат. Это единственный ягуар в системе Росгоцирка и в мировом цирке на сегодняшний день, который выходит в манеж и показывает какие-либо трюки. Мы первый раз запускаем в Ярославском цирке такой трюк, как ягуар на скейте. А еще очень яркое шоу попугаев, которые катаются с горки, кувыркаются и ездят на велосипеде. Мы очень ждали этого представления, потому что, ну, все, что такое обыденное, мы уже видели. Очень хотелось посмотреть и показать ребенку живьем настоящих таких диких животных. Шоу «Индира» – это очень удачное сочетание современного и исконно русского цирка с неизменными силовыми номерами, жонглерами, клоунами, гимнастами, акробатами и, конечно же, прекрасной дрессурой. Все это вместе и предлагает зрителю прекрасную сказку, яркую, незабываемую, неповторимую, а посему такую интересную для всех и каждого. Ведь цирк стирает возрастные грани, погружает в атмосферу истинного волшебства и мечты.